Квазимодо очень любил Эсмеральду, а жил где-то наверху, на соборе Нотр-Дам. Там кругом одни химеры. Поневоле Эсмеральду полюбишь. А Эсмеральда любил танцевать, еще революцию. Французскую, разумеется. Химеры танцевать не любили, а революцию тем более. Смотрели вниз и морщились. Квазимодо это особенно раздражало. Смотреть смотри, а морщиться-то зачем? Над тобой ведь не каплет. Хотя как когда. Дожди там частенько, и никуда не денешься. Но дело не в том. В чем там дело, я не помню. Окончилось все очень печально. Эсмеральда погибла за идею, Квазимодо, кажется, тоже. А химеры, конечно, как сидели, так и сидят наверху. Говорят, только все там почистили, и Париж засиял весь как новенький. Никакой патины старинной и сказки. Химеры, небось, блестят, как у кота яйца, и Квазимоду, конечно, не помнит. А я только надеюсь, что Эсмеральда любила танцевать больше, чем революцию. Тогда у сказки веселый конец, несмотря на то, что Париж весь почистили, и сказки не осталось.